Знаменитый перинатальный медицинский центр на Севастопольском проспекте обретает новый статус. На его базе открыт многопрофильный клинический госпиталь MD Group, в котором пациенты будут получать высокотехнологичную медицинскую помощь самого широкого профиля 24 часа в сутки. Теперь, в дополнение к завоевавшим популярность традиционным направлениям медцентра, родовспоможению, женскому здоровью и педиатрии, функционирует и 5 совершенно новых отделений, укомплектованных современным, подчас уникальным оборудованием. Госпиталь работает под руководством опытных и сильных врачей, влившихся в команду академика РАН Марка Курцера. В отделении хирургии проводятся операции различной степени сложности, включая малоинвазивные. Здесь функционирует ультрасовременный операционный блок, позволяющий проводить более 3000 операций в год. Лучшее оборудование мирового уровня в сочетании со знаниями и навыками наших врачей помогут избавиться от проктологических проблем. Флебологи поставят вас на ноги в кратчайшие сроки, а хирурги-герниологи проведут лечение грыжи на уровне лучших международных госпиталей. Пластические хирурги гармонизируют ваш внешний облик с внутренним ощущением себя. В отделении травматологии и ортопедии оказывается как плановая, так и экстренная медицинская помощь при различных травмах. Бытовых, спортивных, уличных. Здесь будет также проводиться лечение артрозов всех суставов, тазобедренных, коленных, мелких суставов, деформации стоп, плоскостопия. Экстракорпоральное оплодотворение – одно из направлений, принесших непререкаемый авторитет перинатальному медицинскому центру. Теперь оно дополняется принципиально новым подразделением. Для посетителей создано удобное пространство ожидания. В чистой зоне обустроены комфортабельные палаты, но самое интересное внутри. Во всем отделении функционирует система идентификации пациентов Witness, позволяющая контролировать все процессы, происходящие с генетическим материалом, чтобы исключить риск влияния человеческого фактора. В эмбриологической лаборатории установлена система фильтрации Zendair, обеспечивающая ультратонкую очистку от вредных веществ и создание необходимых условий для развития эмбрионов. В лаборатории для передачи биологического материала применяется окно-шлюз, имеющее встроенный подогрев. В связи с ростом числа программ ЭКО с генетической диагностикой эмбрионов создана отдельная специализированная чистая зона. В новом многопрофильном госпитале в отделении урологии оказывается весь спектр амбулаторно-поликлинической помощи, включая все современные методы диагностики и последние достижения физиотерапии. В условиях стационара доступны также все виды высокотехнологичной медицинской помощи для мужчин и женщин, в том числе оперативные методы лечения заболеваний мочеполовой системы, онкоурологические заболевания, неврологические заболевания, влияющие на мочевыделительную систему, травмы или повреждения мочевыводящих путей, требующие протезирования синтетическими имплантами, уретральные слинги, имплантация искусственного сфинктера, стентирование мочеточника, уретры, доброкачественные гиперплазии предстательной железы. Все вмешательства производятся с использованием современных эндоскопических, лапароскопических и микрохирургических методов лечения. Каждому пациенту обеспечивается индивидуальный комплексный подход в диагностике и лечении всего спектра урологических проблем. В отделениях кардиологии и рентген-эндоваскулярных методов лечения нового госпиталя применяются современные высокотехнологичные методы диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Сложные операции на сердце и сосудах сегодня не требуют обширного хирургического вмешательства с длительным и тяжелым периодом восстановления. У нас они выполняются при минимальном вмешательстве. Операции выполняются через прокол и без применения общего наркоза, что обеспечивает быструю реабилитацию пациента. Также у нас возможно выполнение амбулаторной коронарографии, когда диагностическое вмешательство происходит без госпитализации пациента. Одно из ярких преимуществ выполнения данного метода в клиническом госпитале MD Group – новая методика – 3D-ротационная коронарография,
которое позволяет более чем в половину уменьшить количество контрастного вещества и время рентгеновского облучения, и при этом намного улучшить визуализацию сосуда. Наши специалисты высокого класса оказывают эндоваскулярную помощь при всех заболеваниях сердечно-сосудистой системы у взрослых и детей с первого года жизни, включая различные нарушения ритма сердца, при лечении миомы матки, предстательной железы. Что очень важно, применяются коронарные стенты и медицинские препараты последнего поколения, обладающие подтвержденной доказательной базой. Благодаря клиническому госпиталю MD Group качественная медицина мирового уровня становится доступной в одном месте и в любое время. Наши специалисты проведут экспертную оценку, окажут высококвалифицированную помощь в соответствии с международными стандартами и потребностями пациента.